Итак, как правильно почистить гранат? Вот гранат. Нужно вырезать у него такую крышечку. Крышку. И снять ее как... Ну вот. Теперь надо посмотреть перепонки. Вот они, беленькие. И надрезать по перепонкам. Я недавно еще этого не знала. Вот раз, вот еще два. Я раньше надрезала без перепонок, просто где попало. И можно так повредить сами зернышки, их надрезать, если в них нож попадет. А если надрезать прямо по перепонкам, то зернышки не повредятся. Вот. Вот еще одна. Они не очень равномерные. Гранат, видимо, спел. У него такая кожица подсохшая. Теперь самое интересное. Нужно вставить нож в серединку и повернуть. Еще раз перпендикулярно. И повернуть. Попробуем его разломить. Ну, вот что получилось.